Выставка называется «Свои герои». Эта выставка посвящена событиям, связанных со специальной военной операцией. Эта выставка создана по инициативе Министерства культуры Краснодарского края и музея-заповедника имени Филицина. На выставке дети узнают о предпосылках СВО, о причинах, о героях специальной военной операции. К сожалению, многих уже из них нет живых. О кубанских казаках, которые сыграли большую роль в возвращении Крыма в состав Российской Федерации. Каждый раз, когда наша группа едет в зону СВО, привозят, выпрашивают, выпрашивает наш координатор Татьяна Ханжияна. У нее самой сын служит на запорожском направлении снайпером. Привозили таких уже, можно сказать, трофеев, да, которые впоследствии, мы надеемся, станут музейными экспонатами. Трофеи – это форма, патроны, тут осколки, это все ВСУ. То есть это противоположная сторона, укра-нацисты, чем они убивают мирных жителей. Это все уже, все, что с СВО привезли. Эти же сетки, которые мы сейчас придумывали плести, и очень они нравятся солдатам, потому что они очень хорошо маскируют. Из экспонатов меня удивило дрон, который был разбит на две части. Он прям интересно очень выглядит. Он переносит еще гранату там. Это интересно. Я узнала историю по большей части. Узнала, какие территории были присоединены, потому что не знала я об этом. И плетение. Я узнала, что плетется такие сети и что их отвозят солдаты. Дети уже сплели, смотрите, за 2 дня. Это уже сплели дети. Вот она у нас, сетка, она 3 на 4. Я надеюсь, что мы ее доплетем еще сегодня и завтра. Сегодня нас научили плести сети. На самом деле это очень здорово. То, что каждый человек может помочь как-то ребятам из СВО. Вообще очень интересно прикоснуться, можно сказать, к истории. То есть, когда ты смотришь на предметы и понимаешь, что они были, участвовали в боевых действиях, это очень поражает, захватывает. А только когда поднимется вся страна, помните, как у Толстого, дубина народной войны поднялась, тогда мы победим обязательно. Мы в этом не сомневаемся.